Всем привет, мои дорогие! Я вас очень-очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Соскучилась по вам. Я очень рада, что вы со мной, а я с вами. Если вам интересна тема красоты, тема натуральной косметики, то, конечно же, я вас приглашаю. Оставайтесь со мной до конца обзора. А сегодня у меня в обзоре Bio Beauty Box. Для себя, по-простому я говорю, коробка красоты из интернет-магазина Bio Beauty. Интернет-магазин Bio Beauty натуральной косметики. Без парабенов, сульфатов, красителей, ароматизаторов и консервантов. Я оставлю ссылку на интернет-магазин Bio Beauty в описании. В интернет-магазине можно приобрести не только Bio Beauty боксы. У меня сегодня Bio Beauty бокс летний. Знаете, поэтому я говорю, коробочка красоты. Летний также можно приобрести, весенний и зимний. Ну и, конечно же, отдельно подобрать для себя какое-то средство по уходу за телом, за лицом. Вы можете выбрать и заказать на определенную сумму отдельно данный какой-то продукт, который вам необходим. А для меня было самое интересное протестировать именно коробку Bio Beauty Box. Оставайтесь со мной до конца обзора, пишите комментарии, приглашаю подписаться на мой канал, на мой инстаграм. Ссылка на интернет-магазин Bio Beauty и на обзор первого заказа будет в описании. Поехали! Ну что же, мои дорогие, сейчас будет распаковка косметики из интернет-магазина натуральной косметики Bio Beauty. 100% натуральная косметика, только травы и минералы. Ссылка на интернет-магазин Bio Beauty будет в описании. Сначала посмотрим коробку. На вид просто обычная коробка. Открывается она у нас вот так вот. Открываем пупырчатые мешочки у нас здесь. Счет фактура. И первое мы достаем, это маска многоразовая защитная. Есть вот такая вот здесь также брошюра. Многоразовая защитная трехслойная маска произведена из высококачественного синтетического нетканного гипоаллергенного материала спанбонд. Маска отлично пропускает воздух и удобно. Завязки позволяют маске более плотно прилегать к контуру лица, делают маску более универсальной для любого размера головы и формы прически. В отличие от резинок, завязки не натирают уши и не рвутся. Стирать маску можно любым мылом, ручная стирка после стирки прогладит утюгом. Такая вот маска на вид выглядит действительно вот на завязках. Это не ткань. Действительно. Так, действительно ли там три слоя? Да, действительно три слоя. Вот еще он один внутри. Вот. Первый слой. Внутри я поймала вот еще один слой. И третий. Трехслойная вот такая вот маска. Дальше давайте посмотрим. Вот так вот покажу. И буду доставать по отдельности. Натуральное мыло с люфой, называется овсянка. Давайте посмотрим. Натуральная люфа бережно отшелушивает ороговевшие клетки. Вот здесь до конца можете прочитать. Эти состав прочитайте. Приходит в слюде. Биочистка серебряная, 100% натуральный минерально-солевой скраб, действие, применение, подходит для ежедневного использования в качестве средств для умывания. Состав,
годен до 24-го года. Чуть-чуть провала. Так, ой, какая красивая баночка. Такая ложка. Инструкция. Потрясем. Вот такой вот порошок. Вроде чем-то пахнет и не пахнет. С ложечкой. Следующая это маска. Приходит тоже в коробке BioBeauty. В слюде увлажнение, гелевая маска с маслом ши и гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи, лица и вокруг глаз. Минерал Лайф называется. Состав, способ применения, срок годности 2 года, до 22 года. Тоже с инструкцией. Кстати, в слюде, но и сам продукт зафольгирован. Это тоже очень хорошо. Такая маска у нас. Такая вот маска. Почти как будто не пахнут. Но больше травами. Ну, это же здорово. Не все любят, да, ароматы неприятные. Химозные, ярко выраженные, да. И следующее. Это крем. Восстанавливающий универсальный с маслом жожоба. Для уставшей кожи любого типа. Свежий сияющий цвет лица, эффективное увлажнение, тонизирование, питание, устранение признаков усталости и стресса кожи. Действие. Состав. Годен до июля 2021 года. Также идет инструкция. Вот так это все выглядит. Объем 50 миллилитров. Идет в фольге. Аромат опять натуральный. Смотрите, цвет крема какой. Тающий крем. По ощущениям, похоже на сыворотку. Надеюсь, будет впитываться моментально и не будет эффекта маски. И аромат очень-очень нейтральный. Как будто ничем не пахнет. Следующее средство это масло для кутикулы в карандаше. Алоэ вера 100% натуральное масло и витамины. Вот так выглядит. Дата изготовления январь 2020 года. Для ногтей и кутикулы. Инструкция. Состав. Вот так вот выглядит. Как шприц, наконечник, кисть такой. Угу. И здесь щелк, 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 и вот здесь поднимается уже масло, крутится и масло. Очень удобно пользоваться. Вот на весь ногт нанесу. Перестала пить витамины, и ногти желтеют, слабыми становятся. Так, обязательно, конечно же, будет отзыв. Объем очень маленький. Это финишная пудра вуаль побег папайи. Это будет, получается, все полная версия. Как пробник. Ну, как во всех бьюти-коробках красоты, бывает полная версия и бывают пробники. Здесь радует то, что в основном все полная версия. 1, 2, 3, 4, 5 продуктов. Чуть-чуть посмотрите, да? И его хватает где-то на 3 раза. 2 года назад мы сотрудничали с интернет-магазином BioBeauty. Мне на обзор приходили. Это был консилер. Тоже такой сухой порошок, который мне по цвету не подошел. И финишная пудра вуаль в оттенке в этом же побег папайи. Вот она, моя любимейшая пудра вуаль. Здесь объем просто потрясающий. 5 грамм. И у меня, посмотрите, чуть-чуть остается
Вот буквально. Если бы я пользовалась им постоянно, то давно бы у меня пудра закончилась. Пользуюсь я этой пудрой большинство, когда иду на работу, и стараюсь больше, когда снимаю обзоры, показывая себя, потому что дает превосходный действительно финиш. Лицо осветляется более красивый, ровный тон, отличный такой невесомый покрытие, очень хорошо подойдет на лето, тем более если вы, как я, не любите оттенок загара на лице. Очень хорошо осветляет, ровный тон, отлично ложится. Это здесь вы не увидите эффекта матового финиша, просто отличнейшая пудра. Я хочу еще, очень-очень хочу, и думаю, что как-нибудь все-таки я закажу себе. Ну что же, мои дорогие, продолжаем. Оставляю свой отзыв о средствах, которые были в коробочке Bio Beauty Box из интернет-магазина Bio Beauty, натуральная косметика российского производства, где вы можете приобрести все для лица, для тела: скрабы, биоочистки, минеральную декоративную пудру, биомаски для лица, зубные порошки, кремы для лица, гелевые маски, соли для ванн, а также краски для волос. Если вам интересно, конечно же, оставайтесь. Сейчас мы не будем открывать, потому что в распаковке я вам показала и состав, вместе с вами открывали, показывала вам текстуру. Сейчас буду оставлять на данный момент только свой отзыв. Подошло ли мне это средство или нет? Понравилось или нет? Начну я с биоочистки. Это средство в виде порошка. Набираете столько, сколько вам необходимо, добавляете воды, и получается такая текстура, которая наносится на лицо. Я даже оставляла в виде маски, и скрабируете. Для этого использую вот такую вот посуду. Наносите, я еще раз повторюсь, оставляю на лице чуть-чуть в виде маски, минут на 10-15, пока провожу другие процедуры, потом лицо скрабирую. Скрабирующие частицы для меня, для моего лица, хотя здесь и написано для сухой, чувствительной и нормальной кожи, мне этот скраб не очень подошел. Так как мне моя коллега говорит, смотря на меня со стороны, у меня очень тонкая кожа. Вот у моей коллеги, ничего такого плохого не хочу сказать, она сама вот говорит, что у нее, знаете, такая грубоватая кожа, и поэтому она говорит, мне подходят только мощные, с крупными частицами, даже хочу сказать, грубые скрабы. Вот она так говорит. А у меня кожа тонкая, и мне больше подходят пилинги. Мелкие частицы, мелкие крупинки, знаете, наверное, с кремообразной такой текстурой. Здесь у меня после этого скраба остаются сильные покраснения, поэтому получается, что сразу заметно, что этот скраб, эта биоочистка мне не подходит, потому что кожа у меня сильно чувствительная, но скрабирует просто отлично. Скрабирующие частицы, девочки, если вы ищете такой скраб, биоочистку, то, конечно же, оно вам подойдет, потому что лицо ощущает очень хорошо. Да, и моя краснота со временем, она исчезает, но после того, как я пользуюсь этим скрабом, конечно, на мое лицо смотреть не очень-то приятно. Я пользуюсь скрабами, пилингами, и я знаю, что мне подходит, что я себе выбираю. Также не только это биоочистка плюс скраб, да, мне не подходит. Даже я в других обзорах как-то вам показывала другие скрабы, да, один раз с косточкой абрикоса, которая мне не подошла, она была для меня грубоватой. Но если у вас
тип кожи совсем другой, но относится к сухой, то, конечно же, эта биоочистка вам подойдет. Аромат натуральный, нейтральный, не отталкивающий. Текстура похожа уже, когда уже добавляете воды, на глиняную. Просто получается как глиняное такое средство со скрабирующими частицами. Я хочу сказать, что я пользовалась в июле. Я все-таки буду тестировать дальше, когда начнутся холода, это будет уже поздней осенью, зимой, потому что сейчас стоит жара, я и то вот пользовалась 1-2 раза, и то я выбрала тот период, когда начала тестировать месяц тому назад, там еще такой жары, у нас 38-39 градусов не было. Конечно же, в такую жару я не пользовалась, потому что я сама болела, а когда болеют, особенно у меня был очень сильный насморк, почти уже доходил до гайморита, все время с платочком, у меня уже вокруг носа было ужасное покраснение, какой там скраб, девчонки, у меня лицо уже от болезни было красное, там не до скрабов было, поэтому я буду далее тестировать в холодное время. И обязательно вам расскажу. Далее я пользовалась маской. Все знают, все смотрят меня и знают, что я просто обожаю маски для лица. Здесь уже идет минерал Life. Увлажнение для сухой кожи. Действительно, просто отлично увлажняет. Я даже, знаете, что скажу, это, знаете, не гелевая такая текстура, а более такая желеобразная текстура. И это очень чувствуется при нанесении. Никаких реакций, просто отличная маска. Я в восторге. Мне Mineral Life серия очень-очень понравилась. Вот маской я пользовалась, еще буду пользоваться. Экономичная маска при нанесении тонким слоем, необходимо немного средства. Кожа увлажненная, говорит моя сухая кожа, спасибо Нафиса за такую маску. Когда кожа увлажненная, меньше морщин на лице, потому что при очень сухой коже уже лицо становится грубее, и морщины, они ярко выделяются. Поэтому, девочки, увлажняйте кожу лица, даже такую жару. Маской, хоть и было жарко, я пользовалась, потому что маска просто потрясающая. Следующее уже идет, это средство серии Bio Beauty. Крем универсальный, подходит для любого типа кожи, уставшей кожи. Такую жару разве можно пользоваться кремами для лица? А я пользовалась. Я пользовалась, плюс этого крема, что крем впитывается моментально. Наношу тонким слоем и моментально впитывается. Кожа действительно отдохнувшая, без покраснений, такой ровный тон, тоже увлажнение. Крем мне очень понравился, поэтому тоже рекомендую. Универсальный, восстанавливающий с маслом жужоба. Плюс этого крема то, что моментально впитывается. Довольно, далее буду пользоваться. От чего я в восторге, это мыло с люфой. Вот такое мыло, извините, пожалуйста, это после использования многократного. Просто потрясающее мыло с потрясающим натуральным ароматом. Иногда пахнет эфирными маслами лимона. Иногда, хотя в составе нету, пахнет мне и медом. Бывает, пахнет и хозяйственным мылом, но более приятным. Отлично пенится, не сушит кожу. Кожа после этого мыла чистая и приятно пахнет. Не мешает, мне удобно пользоваться. Пользовались мы всей семьей этим мылом. Вот такая вот здесь люфа. И имеет отличный скрабирующий эффект. Во время пользования мылом, соприкосновение уже с водой, люфа становится мягче, не грубой. Но если взять вот так сразу
намочить, там секунды подержать под водой, струю воды и начинать сразу намыливать тело, то будет немножко больновато, будет как будто вот царапинки, да. Но если чуть-чуть там попенить, подержать под водой минуты 3-4, то становится мягче и такой легкий пилинг кожи тела. И во время этого идет уже, улучшается кровообращение. Тело становится, знаете, полностью таким красным, приятным, а не такими полосками, как царапина, а именно идет вот улучшение кровообращения. Просто шикарное, отличное мыло, 2 в 1, мыло и скраб. Видите, да? Потрясающе, рекомендую. Вот сейчас в сухом виде больше пахнет эфирными маслами лимона. Мыло экономичное, и как я люблю, когда лежит в мыльнице, не превращается в жижу. И я это очень люблю в мылах. И кто меня смотрит, об этом я всегда говорю. Следующее идет масло для кутикулы в карандаше. А почему я никогда не смотрела на эти масла, я очень жалею. Потому что такие масла, они продаются, а оказались, что они очень удобные в применении. Вначале вы увидите, сколько масла было в распаковке и сколько осталось. Очень удобно в применении. Мне кажется, удобно брать такую в дорогу, а не как лак открывать. У меня есть, кстати, масло как лак. Такая вот открываешь и наносишь. Вот этот намного, конечно, удобнее. Удобнее, получается, неким таким дозатором крутите, и выходит масло сколько вам надо. Очень хорошо питает, увлажняет и ухаживает за кутикулой рук. Кстати, сегодня я очистила. Сейчас же у нас идет, да, период заготовок, варенье, ну, у нас обычно варенье. Я сегодня чистила вишню с сыном, и у меня чуть-чуть, конечно, есть такие эти, но вообще, в общем, очень хорошо. Питает и увлажняет. Нравится, с удовольствием пользуюсь. Ну и, конечно же, последнее, это минеральная пудра. В интернет-магазине можно приобрести минеральную косметику, которому ставлю я все 100 баллов, это финишная пудра Вуаль. Я вам тоже показала, это то, что мне присылали в первый раз 2 года назад на обзор. Старалась экономить, старалась пользоваться больше для обзоров, потому что осветляет кожу, имеет светоотражающий эффект, что в видеообзорах выглядит намного лучше. Выглядит лицо таким, знаете, отдохнувшим, таким сияющим. Эффект фотошопа. Вот что. Да, эффект фотошопа, можно даже сказать. И вот то, что идет такая мини-версия. Тут мне, наверное, на 1-2 раза... 3 раза, может. Вот сейчас я вам уже покажу. Ссылку, повторюсь, я оставлю на обзор. Заходите, смотрите, там я тест показываю. Я еще хочу. Я сейчас, конечно, это все порчу, да, девчонки, вот просто так, на руках. Ну, я хочу показать. Идет отбеливающий эффект, светоотражающий, и это придает эффект фотошопа. Для блогеров... Но и не просто, да, на праздники. Это просто классно. Смотрится это классно. Посмотрите, да, на руку. Здесь все покраснения, вся пигментация видна. А здесь такая вот красота. Я 100 баллов даю и очень хочу это средство. И подумываю, мне же не будут каждый раз на обзор присылать, да. Заказать самой полную версию этого средства. Вот такой был у меня отзыв. Опять ля-ля-ля-ля-ля-ля, много болтала. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то я была полезной. Ссылка на интернет-магазин Bio Beauty будет в описании. Заходите, смотрите. И ссылка на обзор 2018 года тестирования пудры Вуаль. И не только, потому что в интернет-магазине есть также консилеры такие.
порошкообразные, минеральные, поэтому тоже заходите, смотрите, выбирайте, пишите комментарии. Всем до новых встреч, не теряйте, обязательно скоро вернусь с фикс-прайсом. Всем до новых встреч и всем пока. Пока-пока.